Упражнение «Эмоциональное состояние». Добрый день! Подпишитесь на канал и обязательно поставьте лайк. Так больше зрителей увидит этот ролик. Данное упражнение мы можем делать как самостоятельно дома, так и в группе. Делим территорию на 4 квадрата. В каждом квадрате мы будем проживать определенные эмоциональные состояния. В данном упражнении я взяла безвыходность, вера, обреченность, уверенность. Такой переход эмоций направлен на то, чтобы сначала себя психологически сломать, а затем себя психологически вернуть к жизни, вернуть веру в себя и в свои силы. На видео вы видите моего ученика по актерскому мастерству, который проживает все эти 4 эмоциональные состояния. Безвыходность и обреченность рекомендую проживать, исходя из каких-то своих состояний в прошлом или те события, которые проходят сейчас на вашем этапе жизни. Вымышленные брать не рекомендую, а вдруг воплотятся. Также используем сценическое время, то есть не затягиваем упражнения. Нельзя ни в коем случае человеку погружаться в отрицательные энергии более чем на 5 минут. Вошли, прочувствовали, прожили, оставили ее в этом квадранте и пошли в квадрат положительный. Восстановили силы и вновь идем в отрицательный. Прожили, берем силы в квадрате уверенность. Я не знаю, как вы будете заставлять себя верить и создавать свою уверенность, но это делаем с помощью внутренней силы. Внутреннего монолога. Не получается, заставляем себя из-под палки, уговариваем, обещаем себе какую-то вкусняшку. То есть делаем все для того, чтобы мы с вами испытали эти две положительные эмоции – веру и уверенность – любыми способами. Добиваемся результата. В этом суть упражнения. Начать верить в свои силы. После проделанной работы убираем негативную энергию. Входим в радостное состояние, вспомнив что-то положительное в своей жизни. И затем проходим всю территорию, прыгаем, бегаем, смеемся, кричим «Ура!» по всей нашей территории. Для того, чтобы убрать всю негативную энергетику. И данное упражнение я вообще рекомендую делать где-нибудь на природе, вне помещения своего дома. Делайте это упражнение, как только почувствуете эти состояния или какие-либо другие отрицательные эмоции. Понятно, что их можно замещать. С вами была Лара Шум, создатель курса по раскрепощению «Вкус свободы». 10 уроков по 1 часу, 2 раза в неделю. Запись на курс Telegram, WhatsApp 8-985-447-2087. Всем хороших эмоций! Пока-пока!